Все, запись включил. Все, с нами Анатолий и Виктор. Международной стабильности. Сейчас ну, местная да. Нужна наша защита. Карты. ВМС США собираются высадиться в стране и захватить порт. Работайте сообща с тактическими группами, чтобы захватить все секторы и помешать империалистам. Не успел технику нас взять? Успех. Да я что-то не понял, у меня что-то это, я быстренько тыкнул. Разобрали, там короче. Там вертолетов у нас уже куча. Я что-то выбирал, что я хочу взять, уже все разобрали. Ну да, да, бывает. Да ладно, потом что появится. Да куда-нибудь подсядем сейчас, да. Конечно. Или сами вызовем. Конечно, на кнопке посмотрим. Винтовку нам надо. Право. Право. Не успел. Право. Там и низ. Лево. А я вижу Витю. Лево. Я вижу Виталию. Ну, Виталь, пошли. Куда идем? Тебя. Идем куда? А, 2-1 туда. Что, я понял, пошли. На А1? Да, да. Я тоже надо включать стрим. А чё? А ты где ты? Ну, А1 уже захватили, идем на А2. А2, да. А2, соответственно. А2 тоже будем забрали. Ой, я в бассейн упал. Ха-ха, там есть лестница. Я в него тоже проваливался уже. Осталось всего несколько секторов. Мы контролируем большую часть. Ой, я вообще в бассейн с удовольствием сходил. Блин, какая же классная графика тут, а? Ну да. Виталий, а ты на высоких играешь или средних? Вот как мне игра поставила сама, я ничего не ставил. Я убавил какой-то блюр, там еще что-то я, по-моему, убавил. Ну правильно, правильно. Вертикальную, да. Вертикальную синхронизацию я оставил. Ой, это очень важная вещь. Ну да, да. Да. Иначе начинают кадры прыгать. Да, в Modern Combat ее нету, а здесь это есть настройка. Да, но она видео жрет зато до хрена. Но она нужна. Ну можно попробовать ее отключить, посмотреть, что будет. Там где-то ребята, блогеры, рекомендуют ее отключить и говорят, что как бы это много жрет и особо как бы разницы не увидишь. Нет, в некоторых играх очень сильно. Я появится. Тоже так думаю, да, я слышал про это. Ну, для сравнения можно попробовать. Ну да, ради интереса. Ради интереса. Ой, мне да. Вообще не понравилось. Так вообще, Виталий, я ее раньше часто выключал, потому что она реально жрет очень много видеокарты, и когда ты ее выключаешь, игра идет гораздо лучше и легче. Гораздо лучше. При этом это разве. Но в некоторых играх, когда ты, грубо говоря, мышкой начинаешь очень резко водить, у тебя кадры прям начинают плыть. Как вот на телеке, у тебя помнишь, линия та вот шла? Угу, да. Вот, и вот тот же самый эффект. Я понял. Не оруй. Я потихонечку. Ух ты. Я на танк вышел. Ну они все С1 походу. Я перерождаюсь, так, тут ко мне не подходите. Нам все понятно, давай. Тут пристрелянная зона. Угу. Ну я сейчас с вами рядышком брожу, да, к вам иду. Мы контролируем сектор право. А я его не вижу. Я его вижу, и сейчас я его с гранатомета угощу. Я ему пробил уже второй раз. Я ему тоже пробил. Мне больно. У меня снайпер какой-то стукнул. О! Бля, он живой. А у меня кончились снаряды. Может, может гранаты будет достаточно сейчас? Вот, бля, красавчик, забрал прям. С гранатомета? Я у него два снаряда высадил, а ему было пофигу. У нас... Ой, там еще два. У нас сзади рождаются, по-моему, он сейчас. Да. На А2. Да, в спину. А2 у нас захватывают. Не дайте американцам захватить все. Витя, бежи, Витя, я бегу, спасу. Я на А2 пошел. Ой, красавчик. Бежим отсюда. Одна из наших целей атакована. Куда-нибудь. Главное, не умер. Людей, спасайся. Ай, меня сзади убили.
Блин, а я грохнул его. Эх, ладно, возрождаемся. А, тебя сверху снайпер грохнул. Я понял. Надо два захватывать, вот Виталик будет. Или это не ты? Нет, Виталик. Доложите ваш статус. Что у нас мы там, Виталик? Мы только начали захватывать секторы, но преимущество да, у нас... Да, я к вам. Тут все горит. Так, американцы пока ведут. Так, я в уголочек присел. Ух ты! Я стою прям это... Живой, Виталик? Да, да, живой, но... Ну, не совсем. Не совсем. А, живой, но не... Это... Ты тоже, да? Если да, что, ко мне подождайте, я тут пока. Я перерождаюсь, потому что тут пристреленная территория. Я почти флаг опустил. Так, Вить, я, наверное, рядом с тобой. Бля, только родился и сразу попал под обстрел. Хоп-хоп-хоп. Я тоже вон. Возродился, мне сдать. Ждать не буду. Да что ты будешь вообще прям? Так, с двух сторон. Так, я на Б2. Ну все, Ашку захватили. Я думал, что здесь ныкаться негде. Спрятаться там хоть куда-нибудь. Ну, враги пока ведут. Ее захватили, и там прям прессуют. Не дайте американцам захватить все секторы. Угу. Помогаю тут всем. Противники полностью захватили контроль над сектором эхо. Ач! Блин. Не заметил его. Я где-то в кучу гурок бегаю. Мы пока еще живем, но не очень. Так, я вам с утюжкой сейчас. Кого стреляем? Ты видишь кого-нибудь? Одна из наших целей атакована! Да, там один. Сейчас обойдут. Ай, блин. Ой, тебе хорошо, ты не взорвался. Я возле бочки стоял, и она взорвалась. А, да и да, я вижу, и меня тоже. Волной. Японский блок. Так, где Виталик? Виталик по деревьям. Виталик, вьетнамец. По деревьям. Так, что я, блядь, с этим... Одна из наших целей атакована. Но мы не сильно пока отстаем. Так, Толь, ты где? Витюшка, я знаю тебя. Витюшка 300 метров от меня. Я 30 метров. Да, я вижу уже. Вот ты. Я тут бегаю просто, осматриваю. Что, пойдем на один? Ну да, издалека сейчас попробуем. Ну да. Надо ящик с патронами брать. Опа, а тут деревья не видно. Эх. Вот отсюда вот. Ну-ка, видно кого-нибудь? Вообще никого не видно. Там наш подоход. Американцы взяли весь сектор эхо. Мы истощаем их! Ой, нет, очень далеко, очень далеко. Блин, конечно, вот это вот с прицелом переключение, это очень удобно. Во время боя раз и ну переключился. Да. Так самолет летает.
Не даем увидеться. Так, вижу тебя. О, отсюда, мы, отсюда мы не можем, ну как бы это, проработать. Почему? Мы можем вот ближе надо идти, да. Потому что у меня не оптика, у меня прицел отвратительный у пулемета. Что, спускаемся туда? А, ты с пулеметом? Да. Там все захватили, С1, наверное, надо их убрать. Пойдем. С парашютом спрыгнул. Эх, техники нет. И вызвать, да, нету? Вообще ничего нет. Все разобрали. Кстати, я смотрю, противники систему с техникой добавили в игру примерно так же, как это. Есть игра Star Wars Battlefront. Вот там то же самое, но там типа героев из фильмов, когда берешь, они очень-очень сильные, они прям как танки. Угу. Джедайскими мечами носится. Наши бойцы захватили. Ты смотри, мы неплохо ведем, да? С1, Д1 взяты, на Е2 надо идти. Е1, Е2. Я думаю, сейчас сзади у нас будет отбирать. Сейчас вертолет может накрыть, тут их много. Противники атакуют цель, право 1. Если, конечно, сейчас это, противники наши не сочтут охранять только одну точку, то тогда будет хорошо, потому как это, мы их быстренько так вынесем. Ну да. А если они решат сейчас по другим точкам бежать? Снайпер гребаный. Тебя? Убил снайпера. А, не, ты? Он тут стоит, прицеливает, да. Ему удалось захватить контроль над целью. Здесь вот, вот он лежит, собака такая. А, молодец, вот. Слушай, как ты его... Вот. Ну хорош. Ты как в этом. Стоит такой, выцеливает наших пацанов. А, ща. Ну да. Во, у нас Б захватывает. И А2. Ну вот да, пошла. Здесь сейчас будь аккуратнее, то ли из всех щелей полезет. Да, я знаю, я уже смотрю, осматриваюсь. Вот он бежит. Противник устранен. Перезаряжаюсь. Прилет. Сзади. Где он? Не знаю. Вот он. Ух ты! Я на него вышел. Я сейчас тебя подниму. Давай. Я иду. Давай. Ай! Снайпер. Да что ты будешь? Ну все, надо перерождаться. Пристрелено на место. Мне помощь! А его убили как раз. Но уже никто не придет. Давайте А1. Я один? А1? А, эй. Понял. Окей. Ой, сзади нас это... торнадо, тайфун, цунами. Одна из наших целей потеряна. Цель, ах ты ж, что это было? Ах, это самолет греб. Вертолет, да. Они полностью захватили всех Альфа. Да, блядь. Обмыть его полностью. Силы противника сократились вдвое. Придерживаемся плана. Помощь не нужна. Что у нас тут? Виталик один. Но мы лидируем. Лидируем почему надо. Давай, сядешь в танк, Виталик. Сейчас. А у него жизни мало. Где они? Ах ты ж меня сзади. Я одного хотел убить, а меня убили. Да я тоже, я одну грохнул, но тут вышел, блядь, ее напарник. Не подходите ко тут, мне. Короче, ураган начинается, тут сейчас делать нечего. Да, тут все. Все, и мы там родиться не сможем, слушай, там уже это. У нас С захвачено. Давай на Б2, там что-то жопа какая-то. Буря, быстрее! Не
смысле, я не пойму, откуда вертолет, что ли? Чуть-чуть. Вертолет, вертолет у меня сейчас тоже попадал, да. Как ты ж. Зараза, с крыши ты снял меня. Спасибо. Ах ты ж! Ты что такое? Прикройте! Цель потеряна. Нам нужно восстановить контроль. 5, 4, 3, 2, поехали. Или там у тебя что-то вообще прям ты в эпицентре бегаешь. Я решил через стеночку пробить. Ведь ты С1 закрытываешь? А. Я что-то не приталику ни к тебе не могу. Опа. Я сейчас хочу гранатометом на ближнем бою. Опасно. Так-то да. Они захватили контроль над сектором Эхо. Собака не готова. Ой, Виталий бегает. Там сейчас тоже. А, вы на Б1 тусуетесь? Блять, не успел я. Через стеночку пробить. Помощь не нужна! Все, я запомнил, где они. Где вертолет снова стрелять? Кто хочет? Никого не вижу. Ну, конечно. Цель захвачена. Осталось всего несколько секторов. Мы контролируем большую часть. Отлично. Отлично. Это очень хороший момент. Убил одного! Заряжаю! А что, тут кто-то есть вообще? Я что-то никого не вижу здесь. Я что-то никого летаю, летаю. О. О, они уже Д1 начали летать. Я по сути, да. Я понял. Я на парашюте лечу. Да. К себе мой вертолет прилетел. Его сбили. О, стреляешь на изнутра. А, он там за машиной. Мы больше не контролируем цель права-1. А, вообще там. Блин. Они полностью захватили сектор Чарли. Извиняюсь. Ничем помочь сейчас не могу. Я иду на Чарли, я тут немножко пошухарил.
Я вот на Д сейчас. Я вижу вас. Будем мстить за Витину смерть. О, там моя турель работает. Ведь ты видишь? Там? Есть, 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 моя турель работает. Да, может, до хера. Я грохнул. Эх ты ж. А чё молчишь? Я бегу, а ты сзади меня. Я думал, ты видишь. Наши бойцы атакуют цель Дельта-1. Я вообще ходил, никого не видел. Ты раненый. Я иду. А, встал? Или чё, переродился? Да, да, да. Там аккуратнее, там трое. На бля, я тут за... вместо присесть на М нажимаю на карту. На карту, блядь, нажимаю, представляешь? Помоги! Ну, я понял. Нужна медпомощь! Ладно. Твоя помощь не нужна. Не нужна мне помощь. Я еще раз попробую на вертолете. Вертолет взял? Да, я, в принципе, приноровился, я понял, как играть на нем. Я с тобой. Сейчас попробуем на А1 посмотреть. Есть? Видишь? Я пока не вижу, просто на, просто на шару. Есть, 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 есть там. Разворачивайся. Ага. Уходим. Ах ты ж, блин, это что сейчас было? Ничего себе. А непонятно. Да, и он главное это. Он сделал плохое дело и умер, слушай. Угу. Он просто это приблизительно, куда мы летим, пальнул. С гранатомета, представляешь, засадил. И попал собак. Я на Е1 иду. Я с тобой. Мы контролируем большинство секторов на поле боя. Цель Эхо-1 больше не наша. Захватчики у цели Эхо-2. Ай, Виталий, тут ты. Сейчас, подожди, подожди. Противники захватили. Он спрятался, спрятался. Ага, сверху. Он вышел к флагу. Да, тут ихняя собака шла на меня, я в нее стрельнул, но, по-моему, урона я ей не причинил. Оставьте меня, не подходите. Тут прям много народу. Тут танк приехал, все понятно. Так, что, где, кто? А, вижу, кто-то родился из наших. В бою Е2. Наши бойцы потеряли. Я тоже там. Да я вижу вас, но я не могу. А, вот, сейчас могу, наверное. Там народ, народ. Противники полностью захватили контроль над сектором Эхо. Чисто в теории мы пока выиграем. Бля, да, туда. Эх, ты ж собака грёбаная. Все идет по плану. Удерживайте контроль над целями. Осталось всего несколько секторов. Мы контролируем большую часть. Начинаем штурм цели Эхо-1. Опа. Видишь кого? Да там машина поехала. Хотел. Вот тут парашютист приземлился где-то. Рядом? Да, вот я турель поставил. Вы в ту сторону, вот. Они еле куда-то вот сюда вот он зашел. Ну, он, наверное, пошел здесь. Да, где-нибудь наверха, где? Наверное, сел, я не видел. Сектор Альфа теперь под контролем. Он еще приземляется. Парашютист? Я не помню. Да, были еще два парашютиста, но я не вижу никого. А, вон он. Спрятался. Ой, здесь танк у вас. Сейчас я его угощу. О, ага. Молодец, Толян. Толь, ты добил его, да? Да, да, да. Да, добил. Ой, Твит, живой? Да, да. Ты куда бежишь? Нам в другую сторону. А, куда в другую? Ну, Е2 там так. А, пошли, пошли. Надо перезарядить! Пистолет опять взялся.
подведи. Аккуратней. А я думал, растяжка. Вон он, вон он. Приземлился сюда, сейчас бежит. Бля. Там видел, двое. А, их тут трое. Двое слева, а один прямо перед нами был. На лестнице. Извиняюсь, я пока не буду поднимать. Рискованно. Эй, добил меня. Сама, да. Я видел. Я думал, что успеть воскреснуть. Я сдал им подляну. Не смогли. А мы выиграли? Победа! У нас, я смотрю, победа, поражение. Ну да. В шахматном порядке играем. Потрясающе. Кто-то правда удивлен? Да! Ангел снова преуспевает. Нифига тут ты сыграл. Че это у тебя такое? Нанесено урона. Взорвал. Ну да, круто, слушай. Такие цифры. О, у меня 29-й открылся. У меня он 16-й пока. И где-то четверть до 30-го.